За 20 минут по современной трассе Дмитровского шоссе можно легко доехать от Москвы до проектируемого коттеджного поселка класса «Делюкс» «Лазурный берег», расположенного в одном из самых живописных мест ближайшего Подмосковья, на пологом берегу Пестовского водохранилища. Уникальная экология определяется великолепным природным окружением, большим водоемом и заповедными территориями Гослесфонда, а также отсутствием производственных мощностей и других коттеджных поселков. Тишина, чистота воды и воздуха гарантируется. На территории поселка площадью 40 гектар находится 60 обособленных участков площадью до 1 гектара, расположенные вдоль уютных улиц, изящно вписанных в существующий ландшафт. Первая линия застройки имеет непосредственный выход к воде. Весь поселок имеет общее ограждение и круглосуточную охрану, а также оснащен всеми необходимыми системами инженерных коммуникаций. Размеры участков позволяют разместить на них жилые дома любого размера, от небольшого коттеджа до полноценной резиденции, выполненные по индивидуальным проектам, что придаст поселку неповторимые архитектурные черты, далекие от однообразия типовых застроек, а также позволит каждому построить дом своей мечты, отражающий его характер и образ жизни. Недалеко от въезда в поселок, сразу за контрольно-пропускным пунктом, располагается общественный центр, предлагающий жителям поселка широкий спектр услуг и возможности проведения досуга. Кроме администрации и служб эксплуатации, предусматривается мини-маркет, ресторан, а также фитнес-клуб с бассейном и даже крытый спортивный зал с теннисным кортом. Если вы остановите свой выбор на поселке Лазурный берег, вы сможете построить свой мир в тихом, защищенном месте, в окружении леса и воды, с привычным максимальным комфортом недалеко от Москвы.